Доброе утро, вулкан Ариналь. Завтрак происходит в ресторане. Здесь шведский стол, ну так, вполне нормальное количество всего. И фрукты, и есть десерты. Территория отеля просто огромная. Есть план, по которому можно здесь передвигаться. Но все равно пару раз заблудились, это факт. И вон там опять скрытый вулкан Ариналь. Он вообще макушку отрезал у него. И тут со всех сторон вот такие домики. Главное найти свой. С первого раза не получалось. Все цветет и пахнет. Вот здесь большая стоянка и, соответственно, здесь получается ресторан, где мы утром завтракали. И туда, если подальше пройти, там будет ресепшн. И еще здесь есть такое развлечение. Канопи называется по-местному, а по-нашему зиплайн. Вот прям на территории отеля, вот в этом домике. Напротив него пруд с лебедями, ну или с какими-то вон утками плавающими. Ну такая прям очень зеленая, очень цветущая территория отеля. Птички, тукан прилетает, колибри летают. Тур начинается с подписи. Под чем подписываемся, непонятно. Вот готовится снаряжение. Ну, как говорится, мы далеко летели. Надо пробовать. Так. Запаковали во что-то, дали какую-то штуку и кучу всяких каких-то других. Есть каска, если что. Я готова. Thank you.
Как-то так. И теперь куда-то еще показывают. Она как-то так, на практике. Так, видите, вон там в тумане висит шнурочек. Нам туда. Тю-тю. Не, снимать я не смогу, это факт. Тут чем-чуть мучаете из таких желаний. Да, вон тут, там. Вдаль. Ну что, это уже третья станция. Я уже специалист по зиплайнам. Кто-то едет. А вот и посмотрим, кто у нас едет. Следующая станция, нас привязали всех к коновязи. Ждем наш состав. Канопетух закончился. Последний участок, и мы едем в отель, возвращаемся. Трактор, ну, так себе. Мне кажется, наш Беларусь лучше. Едем по джунглям, над которыми летели. Такой он какой-то, бульдозер даже, не просто трактор. Это, видимо, если дороги не будет, будем откапываться. Что-то мне не нравится наличие лошадок здесь. Как-то это тревожно. Надо почитать программу. Селение Ла Фортуна. Ну, так сказать, жилое место неподалеку от нашего отеля. Но добираться, конечно, только на машине. Пешком не дойдешь. И здесь, как в любом испанском городочке, небольшой парк, центральная площадь и, собственно говоря, церковь. Все. Остальное – магазины. Кто может привлечь туриста? Конечно же, сувениры. Сувениры, сувениры. Я не покупаю, у меня фотошопинг. Я только вот так. Сори. Я только смотрю. Ну, вот, короче говоря, сувениры, как обычно, как везде. Много. Магнитики, попугайчики, стакашечки, чашечки. Ну, короче говоря, чемодан-то не резиновый, да и квартира тоже.
посмотрим, любуемся. Ленивцы, например. Цены, кстати, в Коста-Рике ого-го какие, очень кусаются. Пока это, по-моему, даже дороже, чем Панама. Недешевая страна. Ну, короче, $5-8 стоит магнитик. Ну, красота. Городочек не зря называется Ла Фортуна. Тут вот и вулкан, и церковь, и киоск традиционный посреди площади. И цветет все, и солнца нет. Прям райский уголок. Райский садик. Вот прям идешь по этому парку центральному, и открывается один цветок лучше другого. Тут и такие, и вот такие. Ну и тут везде так, потому что это Коста-Рика. Это вам не Мурманск какой-нибудь. Прям королевские виды. И гора, и церковь, и фонтан. Вот всякие цветочки. Но я не ботаник. Всякие тут цветные кустарнички растут. Вот традисканция, наверное. Ой, вот это вот я тоже видела в горшках. Там. Красота. Пура вида. Это значит, ну, типа акуна матата или чистая жизнь. Живи и все такое. Ушечка, две пимпочки торчат. Ну, просто красота. Видишь вулкан, фотографируй его. Неизвестно, что будет через 5 минут. Идем в горячие источники. Вот такие здесь дамочки. Я надеюсь, нас не выгонят, мы-то не такие. Вот это да! Вот это да! Бар, бассейны, водопады, елочки. Вот Новый год здесь в кассу, да? На фоне всего вот этого. Так, карта. О боже мой. Да тут рай. Температура 43 градуса. А выше это мы что, вообще в кипятке, что ли, будем? И вот такой здесь бассейнчик. Следующий бассейн. Что-то не написано, сколько градусов, но здесь бьет вот такой вот громадный водопад из камня. А там парная. Натуральная. То есть можно вот тут в пещере постоять и погреться. Но мы идем на самый верх, посмотрим, что там будет дальше. Тоже бассейн с островом и пальмой. Ну, тепло, видимо, такой порог поднимается. С островом и пальмой это 34 градуса, 93 по Фаренгейту. Надо не забыть. Элементы красивой жизни. Вот это все. Вот так туда идешь, заходишь. В ту сторону заходишь. Это все джакузи. Сверху льется дождик. А температура воды здесь 43 градуса. О, я нашла свое место. Здесь, по крайней мере, без дождя. Вот сейчас еще попробую, какая вода. И там у нас еще есть такие эти закуточки. А, и барчик здесь есть. Хорошее место. Ресторан, бассейн. Ну, короче, комплекс большой. Дождик мешает, а с другой стороны он тут каждый день. Бассейн, ресторан. Я надеюсь, мы ужинать будем не в бассейне. Я уже отмокла до косточек. У нас вроде как вот здесь будет ужин. Шведский стол, ресторан «Пирамида».
Вот такая пирамида, ресторан. Теперь надо найти только свою группу. Включилась подсветка. В каждом бассейне разное. Ну, короче, здесь можно долго находиться. Все, наелись, накупались. Уходим. Народ есть, но мало. Но тут еще самое, так сказать, раздолье. Все пошли поесть и потом уже купаться в ночных бассейнах. А мы в отель. У нас завтра будет новый день и новые приключения.